Итак, ребят, всем привет. Сегодня у нас на рассмотрении вот такой вот, я не знаю даже сказать, интересный или неинтересный. Сейчас сделаем чуть потише. Интересный или неинтересный, а можно аж вот так вот сделать. Торможу. Держатель для нашего автомобиля, для смартфона. Вот если мы посмотрим в той машине, допустим, у мужика их целых две, но у мужика именно получаются такие они, не такие, как у меня, у него магнитные, а у меня же вот такие вот, со скобками. Ну, то есть, сами понимаете, да, как это выглядит. Сейчас сделаем погромче, потому как уж слишком все-таки жарковато на улице. Дальше, что можно сказать по этому поводу? Давайте посмотрим, как оно выглядит на самом деле. Я не видел ни одного видео про вот такую вот, про такой держатель. Насколько я понимаю, сейчас мы будем с вами. Я уже здесь вскрыл, но потом подумал, что надо сделать обзор, раз такого больше нет. Итак, вскрываем, смотрим. Вот приходит он вот в таком формате. Кстати, эта штука была уже дырявая, ну то есть кто-то поломал. Здесь идет какой-то блокнотик, наверное, гарантия типа того. И второе идет рассказ, насколько я понимаю, что это такое вообще и как и с чем его употребляют. Итак, смотрим. А здесь он, естественно, на русском, на украинском там языках. В общем, как-то так. Все как обычно. Ну и вот здесь вот сам по себе он у нас вот такой, в таком пакетике выходит. Вот. Пакетик мы должны сохранить все-таки через секунду. Ой, в хорошем виде. Вот смотрите, как он выглядит. Ну, выглядит достаточно приятно. То есть у него здесь идет логотип. Здесь, в принципе, достаточно приятная. Вот это вот полотно, кстати, очень приятное, такое же полотно, но прорезиненное, типа, находится и вот здесь, вот в этой поверхности, ну и, соответственно, вот здесь вот. То же самое. В принципе, если посмотреть на автомобиль, но я здесь, конечно, ставить не буду, в этом месте, может быть, вот здесь я буду ставить, скорее всего. Здесь у меня, видите, более или менее еще такая поверхность. Вот, снизу у него пленка. О, сейчас чихну. Ой, мать! Спасибо. Вот снизу у него, грубо говоря, пленка такая, которую надо будет убрать. Вот, либо мы можем его расположить как-то вот здесь вот. Вот в этом месте, но он здесь абсолютно не становится. Здесь он тоже, грубо говоря, ну, что это такое, будет смотреться как-то по-ненормальному. Давайте посмотрим, как это может быть, да. Кстати, вот эта палка, она у него тоже сгинается туда-сюда. Но я пока не знаю, как это надо. Ни одной рукой явно вот так вот. Там типа трещотки. Понятно. Вот, прорезиненная вот эта вот штука. Вот эта вот штуковина, она сама по себе идет прорезиненная. Там какая-то то ли резина, то ли что. Ну, в общем, с липучкой. Вот. И, собственно говоря, все. Я так думаю, что вот здесь вот он будет установлен и будет исполнять роль навигатора. Единственное, что если я захочу его вертикально поставить, то как это будет выглядеть-то, не пойму. Потому как у меня достаточно... Вот так вот можно, в принципе, сделать. Да, то есть вот под таким наклоном сильным можно сделать вот таким вот образом. И все, кстати, на рифленое его тоже можно спокойно располагать. Ну и, естественно, можно его располагать конкретно на окошке. Как-то вот так. Но я не знаю, есть ли в этом смысл. Вот, ну посмотрим. В общем, все происходит примерно вот таким вот образом. Будем пробовать, будем смотреть, будем думать. Ну вот смотрите, у меня есть еще один телефон. Здесь у него, в общем, такая штука. Эта штука крутится на 360 градусов. Сама вот эта вот. Ой, сейчас попробуем. Но она что-то слишком тяжелая. Вот эта штука, она
она достаточно... То есть, если вы хотите телефон прокрутить быстренько, у вас ни хрена не получится, потому что он что-то не крутится ни хрена. Очень ярко он не крутится. Ну, быстро имею в виду, да? Вот так вот он крутится, но он с огромным трудом крутится. То ли его надо каким-то образом... Вот видите, я пытаюсь одной рукой, ребят, извините, потому что второй рукой держу. Оп, вот я перекрутил. Ой, вот перекрутил. В общем, ну, в принципе, если двумя руками, то, наверное, все будет нормально. И у меня здесь еще есть маленький телефончик, если вы заметили. Вот такой вот тоже iPhone телефончик. Давайте я его сразу... Кстати, сразу хочу сказать, что здесь, вот здесь вот эта штука, она только одна. Вот так вот раздвигается, и все. Давайте ближе посмотрим, как она раздвигается. Вот таким вот образом она раздвигается. То есть вторая часть, вот эта правая, левая не раздвигается, только правая. То есть если он установлен, сейчас мне придется закрыть на секундочку, друзья мои, подождите. Итак, я вставил свой маленький телефон. Вот примерно вот таким образом получается у меня, ну, естественно, можно его поднять. Вот таким образом получается у меня, вот как он стоит. Мне кажется, что достаточно прикольно, интересно. Чуть вертикальнее, либо здесь вот он будет стоять. И вот эту штуку можно поднимать, там трещотка вот это, то же самое можно поднимать. Если хотите горизонтально, сейчас, секунду. Оп. Если хотите горизонтально, вот примерно горизонтально. Ну, естественно, надо будет подвинуть сам телефон. Сейчас двинем телефончик. Оп. Все, телефончик подвинули. По центру вот примерно так вот он у меня будет. Естественно, это один телефон, а есть второй телефон, на который, собственно говоря, я снимаю. И да, iPhone SE, вот этот сейчас вы видите на экране. В общем, фиг его знает на самом деле. Ну, держит, в принципе, неплохо. Ладно, будем эксплуатировать, будем пробовать, смотреть, там будет видно. Ну, примерно так, друзья мои. Примерно так. Мне кажется, вещь сама по себе интересная. Мне кажется, сама интересная сама по себе вещь. И мне кажется, что вполне заслуживает, потому что у нее дизайн очень интересный. И к моему BMW даже он тоже нормально вписывается. Вот если посмотреть... Я, конечно, не собираюсь его именно здесь ставить, это абсолютный бред. Но вот где-то, может быть, вот здесь вот даже всунуть его, может быть. Так, сейчас сделаю более вертикально. Вот смотрите, если он будет вот здесь вот стоять, он практически не виден. Зато, если у нас здесь будет... сейчас сделаю нормальный... Да, если у нас будет вот здесь вот телефончик, ну, побольше только, по-моему, прекрасное место, и он будет разворачиваться, ничего ему не будет мешать, то же самое. Мне кажется, хорошее место, если не здесь, то можно вот здесь, вот тоже смотрите, вот, ой, здесь покрытие, тоже можно его спокойно сюда кинул, и посматриваешь, то есть, в принципе, довольно прикольно. Ну, и смотрится он хорошо, я вам хочу сказать, что он смотрится достаточно дорого. На этом все, друзья. Спасибо, что были. Извините, что вот такой каламбур. Ну, как-то так. Всем удачи, хорошего настроения, удачи. Пока-пока.